Ничего. У меня полк снега есть. Я сейчас поем своей вкуснятины. О! Моя прелесть! А, супер! Так, с чего начать тут бы? Так, хорошо, сейчас кушать приготовим. Не послышалось или дверь там хлопнула? Не поняла. Ну, если это Толик, так что он не зашел, даже не поздоровался со мной? Странно как-то. Ладно, пойду посмотрю, что там. А, сейчас классненько сам перекушу. О, Толик, привет! Блин! Леночка! Ё-моё! А что это там у тебя такое? Перекусил. Чипсы видишь? Да, вижу. Кириешки. Принглс, блин, мои любимые. Ты что это ты там хотела, а? Съесть их в одно лицо, да? Хотела по-другому сказать, ну ладно. Да нет, ты совсем не понимаешь. Я их специально для нас с тобой купил, чтобы сделать мега офигенный челлендж. Знаю я тебя, 100% хотел без меня, даже чтобы не знала я про эти чипсы, съесть их. Ну как, ты же дома, я в курсе. Угу. Ладно, так и быть, не получится у тебя самому съесть, давай свой челлендж. Ну давай. Леночка, смотри, видишь, как я все красиво выстроил? Я уже придумал правила челленджа свои. Кстати, ребята, а вы напишите в комментариях, что вы любите больше, чипсы или сухарики? И с каким вкусом? Обязательно прочитаю. Вот мои, например, краб очень любимые. Знаешь что, мы по твоим правилам играть не будем. У тебя подставные правила 100% и ты выиграешь. Сейчас правила придумаю я. Интересно ты все тут пораскладывала. Еще бы. Номерочки какие-то понаписывала. Какие-то у тебя правила непонятные. А ты думал, ты купил чипсы, хотел их в одно лицо затащить? Ну, давай рассказывай о своих правилах. Играем, значит, по моим правилам. А то будут у тебя твои подставные правила. Короче, ребята, на наши суперовые чипсы Принглс мы наклеили бумажки, поэтому не видно, где какие вкусы. Бумажечки с номерочками. Здесь эти же номера. Мы вытягиваем. Ну, тут ничего не видно, в принципе, нечего закрывать глаза. Кто вытягивает, тот отгадывает вкус. Вытягивает номер, берем чипсы, открываем, угадываем вкус. У человека, который вытягивает, первая попытка. Если ты не угадал, ну, могу я предположить. Если вдруг твое предположение неправильно, значит, предположение мое, и я тогда себе забираю балл. Если ты угадываешь, балл тебе сразу же. И так по очереди. Окей, ну хорошо, а что мы будем делать с сухариками хрустим? А сухарики хрустим — это раунд номер 2. Если вдруг кто-то лопухнется в раунде номер 1, у него есть шанс отыграться в раунде номер 2. Раунд номер 2 — это сухарики. Тоже с разными вкусами. О, а я знаю, я предложение, можно внесу? Давай. Мы, короче, во втором раунде завязываем глаза, открываем пачку и по запаху пробуем, ну, не пробуем, по запаху, кто угадал вкус по запаху. Согласна? И что, мы даже сухариков не попробуем? Нет, мы наедимся чипсов вначале. Кто угадал, тому и пачка сухариков. Согласна? Согласна. А давай не просто так. Это ж не интересно. Давай сыграем с тобой на бабки. У тебя есть бабки? А может, бабок нету? Так я это все съем тогда. Ну ладно, давай. На сколько играем? Ну давай, дай посмотрю. У меня есть 300. На 300 играем. Вообще-то я на море коплю. Ну вот тебе будет повод и на море. Моя касса вот здесь. Согласна играть? Ребят, я коплю на море, так что держите за меня кулачки, чтобы выиграла я. Ладно, согласна. Сколько там? 3? Да. Ща, подожди. Сколько у тебя там? Много? Отсчитай. Ты ж богатая, смотри, за пазухой. Ребят, вот 3. Ложи в кассу свои 3. Давай. Ну давай на чи-фи-фо, кто первый? Кто первый тянет? Давай. Чи-фи-фо. А, ты первая. Так, фортуна на моей стороне. Начинай. Ну. Номер 3. Ребят, у меня номер 3. Так, где мои чипсы? А, кстати, с моей даже стороны стоят. Ну что, давай, кто открывает? Давай, я тебе открою, чтобы ты там не подсматривала.
Блин, она какая-то ломаная. Ну ничего, такая тебе попалась. Какой вкус ты должна четко назвать, как написано на них? По-моему, это сыр. Просто сырные. Так, подожди, так ты пробуй. Если вдруг я не угадала, тогда, может быть, это... Так я ж не тянул бумажку. Ну так правильно? Нет, так правильно. Первый шанс дается мне. У нас же такие правила. Если вдруг я не угадала и твой вариант верный, тогда будет балл тебе. Подожди, если ты угадала, а я сказал неправильно. Нет, так же первый вариант мой вариант. Угу. Ну, я говорю, что это сыр. Нет, нельзя. Жадина. Я тоже скажу, это сырные. А, ну так... Проверяем. У тебя хоть был шанс, если вдруг я бы проиграла. Ребят, конечно же, я не проиграла. Чиз. Сырные. Чиз. Да, это был сыр. Офигенский. Все, моя очередь тянуть? Да. Теперь отставляй. У меня есть один балл. Номер один. Так, номер один с моей стороны. Что-то с моей стороны быстро чипсы. Куда давай. Ты тянешь, а? Давай, давай. Что-то вот я прям чувствую. Вот здесь вот открыть надо. Я прям... Ну, открывай так. Да, быстрее будет, кстати. Мои ноготочки мне помогли. Так. Что-то совсем интересное. Давай. Такой загад... Смотри, какую я тебе большую сразу даю. И приправленную всю сейчас сразу поймешь. Ну что, пробую еще я? О, остренько. Это бекон. Давай, вскрывай. Я бы сказала, что это какой-нибудь чили. Какой-нибудь перчик. Что-нибудь такое. Тран-та-та-та-там. А, ребята! Я случайно сказала, что это перец. Это горячие специи, и тут нарисован перец. Так что, Толик... О, чувствую деньги. Ты что, реально не понял, что они острые, как перец? Так, что, 2-0? Так, бумажечка с номером у меня 6. Давай, с твоей стороны. Ну! Сейчас отвернись, а то где мы подсматриваешь? Что там отворачивается? Все равно ничего не понятно. Честно говоря, я в Принглсах, я даже не знаю, какие вкусы, какие цвета с какими вкусами. Надо было изучить. Ну, блин, откуда же я знала, что такая подстава будет? На. Ты точно с этой банки взял? Да. Ребят, мне кажется, я уже ощущаю вкус победы. Я не фантик, конечно, чипсов. Но знаете, мне, по-моему, везет. У меня такие офигенские вкусы. Это, конечно же, краб. 100%. Я, кстати, очень люблю крабовые чипсы. Да, это мои любимые. Ну, конечно, краб я даже открывать не буду. О. Ну, давай, открывай. Во, я по пачке вижу. Краб. Класс. Давай крышечку сюда. На. Я потом съем ее. А давай так, еще, короче, остаются каждому чипсы. Давай, я тяну. Кто сколько выиграл? Я вытяну. Давай. У меня... Циферка 4. Вот она у меня стоит. А что, у тебя еще ни одной пачки нет? У тебя не... Давай. Ни одного балла нету? Ну что? Ой, что-то снова экстравагантное. Две может дать тебе? Не, можно одну. Давай, на. Ну я так поддаться. Ха, слабакам поддаемся. Вкусно? Это стопудово я знаю, какой это вкус. А я знаю. Точно не сметана, зелень, а это грибы. Грибной. Давай проверим. Да, я тоже чувствую, что это грибной. Блин, повезло ж тебе, а?
Белые грибы 100%. Да, да? Стопудово. Угу. Открывай. Вау! Я угадал, супер! Давай потом меняться будем, а? Вкус на вкус будем менять. Давай, тяни ты, твоя очередь. У меня еще есть шансы. Номер 5. Так, сейчас я тебе открою. Номер 5, да? Мне номер 2 остался. Чем бы еще запивать? Колы бы какой-нибудь, а? На, держи. С каким вкусом это, Леночка? А ты понял? Вот это твоя очередь. Ну мне вообще реально безвкусный какой-то вкус. А есть такое, что нейтральные? Не знаю. Кстати, на орешках, на кириешках наших есть? Не знаю. Что, дать тебе вторую? Ну давай. Полбалла, если что, проиграешь. Ой, слышишь, давай. А давай так. Я скажу, что это какие-нибудь классические. Ну, типа с солью просто или. То есть там нету конкретного указанного вкуса. То есть, ну, не знаю, как там оригинальные, классические, нейтральные какие-то. Ну, я не знаю, как они правильно называются. Ты говоришь просто, да? Да, то есть это. Надо правильно назвать. Ну, в смысле, правильно назвать? Обычно правильно говори, выбирай название. Обычные. Ну, там же не будет написано обычные. Ну, как тогда будет написано? Ну, не знаю, там, оригинальные какие-нибудь там, или, не знаю, ну, край. Ты выбираешь слово оригинал? Ну, типа того, или классика, или оригинал. Ну, все, давай. Да? Я считаю, я выбираю слово соленые. Ну, соленые. Все, ты выбрала оригинал. Оригинал. Ребята, реально тут написано оригинал. Честно скажу, вот это, знаете, вот если бы я смотрела, я подумала, что это подстава. Ну реально, чипсы покупал Толик. Я даже не знала, что такой вкус есть. Ну правда, они вообще просто без вкуса. У меня еще есть тут шанс отыграться. Ну давай. Еще есть шанс отыграться. Вот моя бумажечка. Номер 8. О, слушай, закрыты так. Не подглядывай. Ну, хотя, честно сказавши, я сама пыталась подсмотреть, нифига тут непонятно. Я знаю, что это. Я по запаху прямо прикидываю. Давай. Держи. А-а-а. Прямо аж чувствуется. Да? Прям ароматизатором таким вот, прям насыщенным. Бекон. Точно бекон. Ты тоже говоришь бекон? А мне почему-то кажется, что это какие-то типа охотничьи колбаски, какие-то типа барбекю, что-то такое. Ну давай проверим. Ну давай. А, блин. Чуть было не обрадовалась, ребят. Дай покажу. Вот, прав ты, радуйся. Ребят, Толик прав, бекон тут. Бекон, yes! Все-таки мои вкусовые рецепторы. Это мне одна будет бонусом. Какой бонус? Да. Номер 7. С твоей стороны, давай. Вы тоже прикверченные, да? Знаю, 100% паприка. Да. Чё, да? Ты права, я открываю, а не ты. Это мои чипсы, так что... Просто паприка, согласен, да.
Вот, красная, видишь, даже нарисована. Ну, ребята, я, честно говоря, не фантик чипсов. Вон у тебя падает прям. Отдавай! А то сейчас твои начну кушать. Не фантик чипсов, да? Ну, знаете, не знаю, как в остальных чипсах я угадывала бы. Леночка, а что это такое? На, твоя крышка. Воришка ты, блин. Ладно, последняя бумажка, у тебя больше. Мне надо, мне надо стопудово выиграть. Цифра 2. Давай. Что-то маловато мне, блин. Держи. Я сдую вкус. Дай еще одну. На фигушки тебя. Ну да, и одну еще. Ребят, честно говоря, тут все очевидно. Ну конечно, ну сметана и зелень, они все равно мои. Давай сюда. Я сам себе еще возьму одну. Не ешь много мои, я скрываю. Куда? Давай. Это, знаете, своего рода такая классика какая-то. Чипсов, с которых все начинается. Куда? Мне можно еще? Я угадал. По одной, договаривались, по одной. Ну а что, подводим итоги первого раунда. Тут мы точно не ошибемся, тут у нас теперь все видно. У меня, короче, самые вкусные чипсы. Сметана, зелень, бекон и грибные. Божество. Да. Ну, у тебя только 3, а у меня целых 5. Какой там вид неба? Краб. Нет, перчик. Вот этот перчик, да, классный. Перчик подвел Толика. Перчик позволил мне выиграть в этом раунде. О, ребята, моя мечта близка. Сколько мне там не хватало до отдыха? Ну, 300 баксов, короче, мне будет как раз кстати. Сейчас я во втором раунде тебя сделаю стабильно. Ребята, а удастся ли мне сделать Леночку во втором раунде? Обязательно смотрите следующие серии. Ну а пока вы были на канале Крэнди Лайф, подписывайтесь, ставьте лайкосики. Ну и не забывайте про колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию. Кто ж заберет эти бабки? Всем пока!